значит, напали грабители, насильники, забыл все молитвы. Что делать? Ну, самое простое, что делать. Вот когда ребенка что-то такое пугает, он что кричит? Ой, мамочка, да, вот там. Он всегда первый это мамочка вспоминает. Богородица, Дева, радуйся, читайте. Богородица, Дева, радуйся. Если страх какой-то обуял, вот руки крестиком сложите на груди, как перед причастием. И читайте так же: Богородица, Дева, радуйся. Матерь Божия вас защитит.